Двое молодых людей и девушка на протяжении нескольких месяцев, используя одну и ту же хитроумную методику, вызывали сбои в работе платежных терминалов. В отдельных случаях своих целей злоумышленники добивались довольно экстравагантным способом – облизывая чеки или денежные купюры. В дальнейшем, жалуясь на неисправный аппарат, подозреваемые пытались получить с банков деньги, которые они якобы переводили на свой счет, но терминал съел купюры, а операцию по зачислению так и не произвел. Бывало, приходили деньги, бывало, не приходили деньги. Кому как. По самым скромным подсчетам, подозреваемые заработали около 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено участие 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.